Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем рисовать отку. Я вам хочу еще сказать. Мне очень приятно, что вы смотрите мои видео. Первое, что мы начнем. Нарисуйте две наклонные линии под углом друг к другу. Причем верхняя будет длиннее нижней. Начинаем рисовать нижнюю, затем верхнюю. Мы рисуем сегодня лодку, простую каваи. Теперь соединяем линии, чтобы получился парус лодки. Эту и вот эту. У нас уже похоже на парус. Затем нарисуйте под парусом незавершенную форму лодки. Так, вот получилось. Из центра лодки нарисуйте мачту. Вот эту вот. Между лодкой и парусом. Затем нарисуйте верхнюю часть мачты, торчащую из паруса. Затем нарисуйте под лодкой волнистые линии для воды. Нарисуйте горизонтальную линию около дна лодки. Затем добавьте руль с задней стороны. Вот. И нарисуйте милое личико, конечно же. Как же каваи без милого личика? Рисуем сначала глазки. Такие. Один. И второй. И ротик. Улыбающийся. Теперь начинаем делать лодку цветной. Вон, рисовать цветными карандашами. А вы подпишитесь. Парус мы разукрашиваем зеленого цвета. Такого вот. Вводим ее зеленым цветом, поярче который. Вот с этого края делаем. Потемнее, а с того края вот здесь ярче. Мачту я уже ввела, теперь вот здесь чуть-чуть серым покрасим. Вот так вот. Теперь рисуем саму лодку таким же зеленым цветом. Нарисовала, теперь рисуем воду. Здесь рисуем воду более темные лодки, там посветлее.